с удовольствием послушаю новую программу. К тому же, насколько я знаю, она записана специально для нового диска. Еврейская, так и армянская музыка, они очень древние, у них очень древние истоки, поэтому всегда интересно прикоснуться, можно сказать, к истории, можно сказать, к вечности. Всегда хочется что-то новое услышать, узнать, и интересно, конечно, интересно. Очень радует, что людям нравится, люди приходят, и с удовольствием. Привело сюда творчество Вилли Вайнера. Мне очень хотелось присоединить девочек к его вечеру, чтобы они тоже знали, какие у нас есть таланты. Этот концерт очень интересен, потому что человек создал классическую музыку с еврейской тематикой, с национальной тематикой. Я ожидаю услышать эту музыку, я ожидаю услышать и прочувствовать эти моменты и эти чувства, ощутить. Здесь прекрасные композиторы, которые пишут еврейские фортепианные пьесы, вообще еврейскую музыку. Таких в мире, я уверяю, немного. И один из них – это Вилли Вайнер, композиция которых сегодня мы услышим. Мы очень благодарны, что выпала нам такая честь сегодняшним днем в зале МЕОЦ представить нашу музыку. Мы привезли сюда потрясающего пианиста. И честь еще в том, что в дни праздника Пурим мы можем сделать большую мицву. Мы ждем большое количество гостей. Пусть будет добрым год, пусть полнятся еврейские сердца и еврейские дома светом, любовью. Ошер ве ошер. Брухим абаим ле концерт шелану. Тода раба. Шалом ве эрев тов, гвиротай ве работай. Бари ереко тикнайкев паронайк. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в этом красивом зале амфитеатр Московского еврейского общинного центра. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы имеем честь представить вашему вниманию прекрасный мир еврейской музыки. Мир музыки заслуженного деятеля искусств Армении, члена Союза композиторов Израиля, маэстро Вилли Вайнера. Мы выражаем огромную благодарность Раву Лазару за предоставленную возможность проведения концерта в этом прекрасном зале. И для приветственного слова приглашаем вас на сцену. Прошу. Добрый вечер. Для нас большая честь, то, что такой концерт проводится здесь. Именно в дни месяца Адара, после Пурима, и есть правильное время для такого концерта. Когда мы слушаем музыку, автоматом человек сосредоточится, он поднимается на новый уровень и думает о главном. Поэтому я очень рад, что именно в нашем центре сегодня мы услышим такую прекрасную музыку, музыка, которая точно поднимет уровни каждого. И дай Бог, чтобы такие концерты стали больше. Это точно еще один знак дружбы народов, который сегодня есть в России, в странах бывшего Советского Союза. Дай Бог, чтобы всегда мы смогли дружить, и музыка точно объединяет. Поэтому вам огромное спасибо, спасибо организаторам, спасибо всем, которые приняли активное участие, и наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо большое. Слово Раву Аврааму. Дорогие друзья, я уверен, что сегодняшний концерт он пройдет с большим успехом, и мы окунемся в мир музыки, которая поднимет немножко нас над всем вот этим материальным. Поднимет настолько, чтобы ощущение духовности, ощущение благословения сверху, оно нас не покидало на долгие-долгие годы. Дай Бог! Спасибо вам огромное. А сейчас
я с удовольствием хочу произнести самые теплые и самые искренние слова благодарности одному удивительному человеку, благодаря которому во многих странах мира сегодня звучит еврейская музыка. Благодаря его поддержке с большим успехом прошли концерты в Московской консерватории, в Санкт-Петербурге, в Иерусалимской музыкальной академии, в Кёльнской музыкальной академии. Благодаря этому человеку выпущен и этот диск – фортепианные пьесы Инце в замечательном исполнении Гайка Меликяна. От имени Еврейского культурного центра Менора, от имени композитора Вилли Вайнера и от себя лично я выражаю огромную благодарность генеральному спонсору и продюсеру этого проекта, нашему большому другу Альберту Нахмановичу Шубаеву. Ваши аплодисменты. Я думаю, вы сейчас выйдете на сцену, потому что у нас для вас маленький сюрприз. Маэстро Вайнер преподнесет вам этот сюрприз, и я думаю, праздник Пурим уже будет иметь свое самое прямое значение. Добрый вечер. Значит, очень символичное вот такое у нас преподношение будет нашему очень большому другу. Мы очень долго думали, как бы это сделать, как бы соединить еврейское и армянское. Вроде у нас это получилось. Значит, мы привезли на армянском известном камне обсидиан, кусат мезуза и хамса яхадим беркатабайт. Я думаю, что у нас это получилось. Сейчас мы это покажем. Это наша хамса. И кусат мезуза, как и обещали. Итак, я приглашаю на сцену заслуженного артиста Республики Армения, лауреата международных конкурсов, выдающегося известного армянского пианиста Гайка Меликяна. Прошу. Музыка рождена духом пророков и заключает в себе силу, способную поднять каждого до уровня пророческого вдохновения. Равин Нахман из Братслава. Рикут Малкат Эстер. Танец царицы Эстер. Thank you.
даже если выполняешь заповедь. Равин Цадок Хакоэн излюблена. Ами, мой народ. Thank you.
концерт. Огромное спасибо. Действительно большой праздник. В правильное время, в правильном месте, с правильными людьми. Иначе не могло бы быть. И слава Богу, чтобы все получили удовольствие. Спасибо вам огромное. Вы знаете, это не первое мое выступление в Москве, это второе, но первое в этом зале, в зале амфитеатр, в этом красивом зале. И я впервые исполнял вот сочинение Вилли Вайнера, которую с Вилли Вайнером мы знакомы уже, наверное, 2 года, сотрудничаем вместе. Для меня очень большая честь познакомиться с еврейской, вообще с еврейской культурой, с музыкой. У меня даже сейчас планы насчет еврейских других композиторов, современных композиторов. А музыка Вилли Вайнера просто очень романтичная, очень сердечная. Я очень люблю и с удовольствием всегда исполняю. Я счастлив, что это состоялось. Я счастлив, что это состоялось здесь, в этом замечательном здании, в этом легендарном московском еврейском общинном центре. Я счастлив, что с нами был главный раввин России Берл Лазар. Я счастлив, что эту музыку слышит еврейская публика. Это очень важно. Потому что эту музыку надо не просто слушать, ее надо услышать. И мы многие годы возим эту музыку по странам мира, и у нас громадный успех везде. Но сегодняшний успех для нас был особенно важным. Для нас большая честь здесь находиться. И могу сказать только, что в сентябре нас ждут в Соединенных Штатах Америки, в Кливленде. А в мае будет презентация этого диска в Ереване. Большое спасибо. Спасибо большое за концерт. Прекрасный концерт, прекрасное исполнение, прекрасная музыка. Музыка, которая... Вот у меня было такое настроение, что я вот пришел сюда с желанием приобрести что-то новое. Новые впечатления, новые ощущения этого мира. Я думаю, что музыка Вилли Вайнера дарит такое ощущение. И сегодня, конечно же, это большое благословение, которое лично я почувствовал для этого места, для московского еврейства. И, конечно же, наше единство, где бы мы ни находились, Армения, Россия, Азербайджан, все... Весь мир, Америка, Израиль, сегодня вот такие концерты, такая музыка объединяет, конечно же, всех нас. И большое спасибо организаторам за этот прекрасный вечер. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто участвовал. И очень думаю о том, что вот среди той суеты, которую мы ежедневно ощущаем, хоть немножечко такой хороший, красивой, одухотворенной музыки. И хотел бы сказать отдельное спасибо компании Пинхас, студии Пинхас. Спасибо вам, ребята, и большое спасибо основателю компании, лично Пинхасу. Спасибо.